Всем здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами проверим мои посевы. Первым проверим перец. Все-таки перец красный у нас взошел. Ну, это, наверное, громко сказано, взошел. То есть вот из него получилось вот такое безобразие. То есть вот как-то что-то он пытается, но как будто у него не все получается. И для сравнения покажу опять перчики, которые сажала моя дочка. То есть здесь еще немножко, и можно их будет аккуратненько в отдельные горшочки пересадить. Знаю, что перец не любит пересадку, поэтому буду с комком земли аккуратно переваливать. И вот смотрите, у нее здесь еще и пеларгония. Вот где получается тут и вот тут, как куча всего было насеяно, так все и зашло. Колеса, в принципе, растут тоже. Мы их особо не выхаживаем. У нас их и так много, горшки посеяно. Вот такие перчики. Делаю выводы, что вот желтые, у них схожесть выше и, в принципе, жизнеспособность лучше. Потому что вот эти красные были, ну вот в одно время посажены. Вот видите, они какие-то вот дефективные все равно. Пытаются петлю какую-то нарастить, и все на том, как-то вот они. Ну, не знаю, мне кажется, с них вот ничего не выйдет, вот с этих вот именно красных. А желтенькие еще и будет неудивительно, что и плодоносить будут, когда подрастут. Но за этим будем вместе с вами смотреть. Переходим дальше. Показываю пеларгонию, которую я сажала, если не ошибаюсь, 5, по-моему, или 4 штуки. Ну, вот смотрите, 2 взошли, 3 вот здесь наклевывается. Вот, наверное, вот здесь вот. Да, вот 4. Вот или 4, или 5 их было. Сейчас точно не помню. Надо, наверное, в следующий раз подписывать количество семечек, которые сажаю. Вот всходит она у нас потихонечку. Следующий у нас катарантус. Вот я не знаю, это нормально ли, что они такие длинные волосины. Ну, я думаю, что им просто света не хватает. Там написано на упаковке было, что достаточно количество света надо. У нас эти дни очень пасмурные, а лампы для досветки у меня нету. Поэтому вот такие они. Ну, ничего, еще немножко подрастут при пересадке. Я их заглублю посильнее, если они доживут до этого. Вот таким образом это все выглядит. А еще у меня не очень хорошая новость про мой посев. Это про бальзамины. Помните, такие хорошие слоники у меня выросли? Жирафики прям длинные были. Так, зараза, кот их слопал. Пришлось мне посадить, девочки, новые. Теперь ждем новых всходов. Закрыла от кота. Больше его не пускаю туда, на подоконник. Будем ждать, что там еще теперь проклюнется. Обязательно все покажу. Ну, на этом все. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.